Привет, народ! Гуляя на просторах интернета, я обнаружил, что обновление Rust 1.14 будет. Я до последнего сомневался, что оно когда-либо выйдет, поскольку обновление было уже не было давно, очень давно. Даже не помню, когда последнее обновление было. Год, за два, наверное, год. И как вы уже заметили на экранах, новое строение, лаборатория. В принципе, я думаю, что оно будет улучшать юнитов посреди поля боя, там, не знаю, может, пушки какие-нибудь другие. Или как в обычных стратегиях, просто защиту и урон повышать. Ну не знаю, поживем увидим. Конечно, то, что будет какая-то лаборатория, довольно интригует, даже сильно интригует. И еще одно маленькое обновление, которое там будет, но наверняка не единственное, это маленькие подсказки. Например, строитель стоит без дела, или экстрактор можно улучшить, там турели, все что угодно, наверное, будет подсвечиваться. Для начинающих игроков, опять-таки, же будет довольно полезно. Ну а на этом пока новости закончились. Это все, что я нашел. Мы будем ждать обновы.